Я приветствую всех, друзья мои. Речь вот о чем, очень быстро. О деньгах и о доброте. Ну, доброте тут условно весьма. Сегодня получаю от человека следующее. Человек описывает свою ситуацию. Очень большие финансовые потери, сумма уже за миллион перевалила. Каждый день новый финансовый сюрприз приносит. Контракты слетели, дома не пойми, что творится. Дети болеют. С женой спорим, теща 5 лет не пила, опять начала, отец лечиться не хочет, еле живой ходит и так далее, и так далее. А теперь самое главное, этот человек мне пишет вот такое сообщение в день, когда чистка его фактически окончена. Вот, причем он светится, аура отличная, я обращаюсь к своим коллегам, говорят то же самое. Подвох вот в чем. Подвоха, в общем-то, нет. На момент, когда мы определяли условия об оплате чистки, о стоимости и так далее, мне было сказано, что ситуация очень тяжелая, и я совершил ошибку. Я назвал сумму значительно ниже, чем стоит снятие порчи на смерть. Фактически это об этом шла речь. Результат мы видим. Ситуация, которая внушалась, наступила. Нельзя этого делать никогда.